Итак, дорогие друзья, всем еще раз привет. Третья решающая карта, RockSkiz против Dignitas. Счет 1-1, как вы поняли. Ну и, собственно, давайте быстренько пройдемся по банам и пикам. Что тут у нас имеется? Лондруид, Варлок и Джиггернаут в пике у RockSkiz. Dignitas забирает фуру Герокоптера ДСа. Банятся Висп, Никс, Чен, Рубик и Решрак. Роксы банят... Котла Бэтрайдера, Клокверка, Тинкера и Пака. Шадоу Демона забрали RockSkiz'ы на второй стадии. Ну, блин, пик, конечно, у RockSkiz просто какой-то невероятно странный. Ну, понятно, что он взят для пуша, но что-то как-то... Ладно, посмотрим. Dignitas'ы тоже не собираются сидеть на месте, у них снова Фурион. Снова под пуш он взят, под сплит пуш. И вот есть Герокоптер. В роли фармилы или в роли саппорта он будет. Время покажет. Пока еще не 100% то, что он будет фармить. Усач на вертолете. Посмотрим, что там люди. Что там люди в чате пишут. Тред из бэк. Ох уж этот имба пик друид плюс джак. Да, кстати, связка, конечно, неплохая. То, как Хилен Вардс это в это восстанавливает спирит Бэра, это вообще жесть. Да и самого лондруида тоже неплохо. Угу. Dignitas'ы тоже собираются пушить. Еще Dragon Knight на Last Pick. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Witch Doctor. Witch Doctor. И Dignitas'ы. Последнее слово за ними. Нужно что-то брать, чем-то тащить. Двадцать пять секунд буквально резервного времени. В принципе, можно еще подумать, но надо уже принимать уже какое-то решение. Ten seconds remaining. Behold the horn of madness. Магнуса взяли. Ну, вообще, обычно Магнуса чуть раньше пикают, но тут прям на ласт пик. И очень долго думали, брать или не брать. Стоит он того или нет. Все-таки взяли. Напомню, ребят, что это третья решающая карта, счет 1-1. Кто побеждает, тот побеждает. Seconds remaining. Так, ну RockSkiz, значит, соло на Варлоке, Йол, Witch Doctor, Perfect Juggernaut, Shadow Demon, Ванскор и кусок добра на Лондруиде, он же Dread is Back, Universe, Darkseer,
Фогет, Шадоу Шаман, Ауи 2000, Герокоптер. Сникин на Магнусе. Так, и Вайто Секси Фурион. Текс, ну и опять эти паузы. Ох уж эти паузы. Шагернаута, блин, палаш такой. Ну, Джиггернаут явно чего-то хочет. Так, подкрадывается, подкрадывается, перфект. Здесь Дредыч видит, что ДС будет стоять, понимает. Единственное, что ему надо, просто попытаться законтролить руну. Угу. Угу. Хоста. Эть. Ну и пошел к себе на линию. А Фурыч, я что-то не понял. А фура зачем сюда идет? Он идет в лес Блондруиду. А, вот он какой хитрый. Вот оно что. Ну блин. Окей, посмотрим, насколько это хорошая идея. На топе, значит, трипла на даблу. Герокоптер вместе с Шадоу Шаманом. Ну, они тут вряд ли выстоят против СД Вичдоктора и Джиггернаута. Там должны, по идее, как только зацепил, сразу убивать. Зацепил, убил, нон-стоп. Ну, либо Герокоптер просто-напросто из-под таура не должен вылазить. Получать только там какую-то копейку экспы. А перфекту надо всех крипов динаить. Вот. Хорошо, 4-5. Нормально. В миде Магнус против Варлока. Такое, наверное, уже тоже классическое противостояние. Довольно часто Магнусяныча ставят против ВЛа. Не так легко стоять, но нормально, сойдет. Ванскор куда-то собрался за руной. Инвиз. Ну и Магнус пошел за этим инвизом. Кстати, можно было бы сходить, наверное, на Лондруида, загангать его. Вижена-то нет, вместе с Фурионычем могли бы убить фуру что-то. А, за курьером. Ох уж этот фура, как он задрал. И блин, не один раз играли против Фуриона. И вот, ну есть же деньги, нет денег на бою. Вот здесь есть деньги на апгрейд, но чё не апгрейдить-то, господи, ну. Ага. А раньше купить, чтобы кура не сдохла.
Конечно, фантазии не хватило. Вот сколько раз на одни и те же грабли наступают вот дотеры. Это как вот просто смех уже. Соло отдает Фростблад, к сожалению. Магнус его под инвизом. Ну, не было вижена. Соло изначально не знал, какая тут руна. И в итоге вот что из этого всего вышло. Блин, ну вот так. Да еще и Джиггернаут вылетает. Какие-то проблемки. Ну, Перфект, по-моему, быстро возвращается. Так, джуга-джуга. Вроде чего-то задумал. Но на топе не получается убить, как ни странно. Трипла вроде сильная, а эти хитрючие дотеры умудряются как-то терпеть. На Магнус там уже скоро ульту получит. Фура улетает на базу с порванным сквизером. Ну, Дредуч тут, конечно, не так просто ставить против таблы. Можно сказать, табла. Хоть и фура лесной, но он все же там тоже мешается. Да, приперся еще и Юниверс. Как они заколебали Дредуху-то, а? Ну отстаньте же от Дредуча. Не трожь старичка. Не трожь. Брось, фу, кака. Убивают паразиты. Прилетает сюда Ванскор. Так, Сулкетчер висит. Но Таур, конечно же, фокусит не того, кого на лол переключился. И смотрите, упал. Ай-яй-яй-яй-яй. Джуга-джуга раскручивается. Ну, достает. Достает только поздновато немного. Дальше идти не имеет смысла. А вот теперь самому бы ноги унести. Порвали. Порвали. Ну, без Shadow Demon, потому что Ванскор прилетел вниз. Засейвить. Засейвить не удалось. Зато удалось ДС зацепить. И он отъехал в таверночку. Норм. Чё? Соло. Что он там вообще? Айтем это хоть имеет? У него ж вроде что-то должно быть. А, ботл. И тапочек можно купить еще. Угу. Сойдет. Ботл, аркан, бутсы. Неплохо, неплохо. Инвиз. Опять инвиз. И опять нет вижена. Не знают об этом. Ну, точнее, какая тут руна, не знают. Ни одни, ни другие. Но вообще, по идее... По идее... Медведь вроде спалил, какая там была руна. А может и не спалил. Магнусианыч уходит под инвиз. Ванскор на всякий случай рядом. На топ. Disruption Soul Catcher. Ну уж с этим-то разобраться должны, да. С этим, конечно, разберутся. На развороте молнии дал. Ничего страшного. 2-3. Соло. Голем есть в наличии. Фатал Бансы второго. Shadow War цел еще.
Так, ну что там у Джаггернаута? У Джаггернаута вроде фейзы сейчас будут. Короче, не супер, конечно, тут все. Не так, как я думал. Ну ладно, нормально. Сойдет. Лондруид вроде тоже фармит. Джаггернаут фармит. Оп-оп-оп. Не пошли. Джаггернаута скоро... А мне слэш появится. И Тауэр. Надо вардецки ставить и ломать, или так разберутся. Разберутся. Эть. И что, кто-то остался. Так, в мидосе что-то намечается. Прилетает СД. Disruption Soul Catcher. Голема сверху. Ауи проседает очень знатно, но уходит, как ни в чем не бывало. Магнус затаранил. Реверс полярити жалеет юзать. Шок вейв. Ну да. В принципе, без реверс. Без реверс полярити справились. А здесь убивают лондруида. Вич доктор умудрился каким-то образом убить Кирокоптера. Это еще как. Маледикт? Да ладно. Первого левела Маледикт убил. Прикольно. Так, Риверс полярити по двоим. Варлок отъезжает. И Вич Доктор вслед за ним. Дабл килл. Что такое? Чего они так пингуют? Ребята, что тут происходит? Перфект там что-то весь побитый в какаху. Бегает, вард ставит. Лондруида. Лондруида так просто не взять. Голем там отъехал. Такое ощущение, что... Короче, пока какая-то непонятная ахинея на карте творится. Штырячок, беги. Ван скоро зацепили. Disruption. Баночки там прыгают. Причем прыгают так, как надо. Лаком не зацепили. Давай, Рошан. Эх. Не успевает. Слоупок этот Рошан. Пошел бить его. Говорит, фраги мои стилят. Шли вон отсюда. Он ко мне шел. Джаггернаут. Барабаны делает. Но за 10 минут игры 5-8 пока все не особо хорошо. Третья решающая карта. Нужно тащить. Но только пока что-то... Ну не знаю, мне не особо нравится то, как пока все складывается. Может, на самом деле так и должно быть. Все-таки лейт у RockSkiz сильный. А тут и, конечно, гирокоптер тоже. Милый камшит. Но Джаггернаут вообще против таких героев, как гирокоптер, луна и так далее, он довольно неплохо вканывает. Просто прыгает, ультит. И все. И разрывает ядрени фени этого. Опа. 6. И под дисрапшеном, главное, переместился. Так, баночки не дают раступлиться Магнусу, еще и корни пропирают. Големчик. Не особо хороший голем получился. Мало зацепили Фогету, надо еще пару тычек в кабину дать. Тогда отъедет, хорош. Разобрались с Фогетом. Так, ну и Т2 надо ломать. Не показывается, кстати, какой реген у голема. Там, наверное, регенерация просто адская. Варджи стоит, и у него своя регенерация крутая. Пол его еще и хилят. Короче, он бессмертен. Так, соло, по-моему, как-то... А как он тут вообще оказался? Ой-ой-ой-ой-ой, как четко-то баночки летают. Прям по-царски получилось поймать. Убивает Магнуса. Вайто Секси начинает драться с
Джиггернаутом, но это была плохая идея Джиггернаута. Даже надо как-то бежать. Пейкбэкнулся Магнус, пришел, затаранил. Минус 4 сделали в общей сложности Дигнитасы и побежали на Рошана. Не зря пейкбэкнулся Магнус. Змейки там, все дела. Имморталити. Будет весело, если сейчас тренты состилят. Но, походу, не состилят. А, нет, подождите, стоп, одного состилили. Этого хотя бы большого не состилили. Так, ну и что там у штыричка-то? Тес перед Бэр. Угу. Ну, Майлстром он может доделать, деньги вроде есть. Походу... А, лол, он как раз, походу, и потратил свои деньги, которые были на Метрилхаммер и перчатку. Ну и побежали, Рокскиз. Ломать очередной тауэр. Магнус с даггером паразит. Ждет удобного момента для врыва. Джиггернаут, Джиггернаут, ой-ой-ой-ой-ой, опасно. Врывается Магнус, но ранит реверс полярити, боже ж ты мой, какой царский реверс полярити, о боже, какой же он был царский. Минус 5 делают Дигнитас, еще и курьера убивают. Вот это да, вот это поворот событий. Ай да Магнус. Как же он сейчас ворвался, как же он поменял исход игры, а? Один хороший реверс полярити. И вот уже у Рокскиз огромнейшие проблемы. И так все было не особо хорошо. Ставятся змейки. Ну, Фогет. Фогет. Да ладно, его же никто не догонит даже. Даже Фогета никто не догонит. Да. Ну. Печалька. Корни пропрут. Корни проперли, только немного познала. Джуга. Что там интересно в курьере-то было? Он курьер успел принести шмотку или нет? Магнус под инвизом тут шастает. Вот тупо Blade Fury юзает, чтобы фармить. Полтора косаря денег. У Джиггернаута жизнь попорчена неплохо. О, о. Затаранил. Шоквейв. А, ну так разобрались. Ульта Фуриона почему-то не задела, видать, цели кончились. Реверс полярити двоих цепляет, на нем еще щит висит, жжет очень больно. Роксы сыпятся раз за разом. Трипл килл делает товарищ Магнус. Блин, ну походу Рокскиз тут уже ничего не выйдет. С таким преимуществом Дигнитасы сейчас будут давить. Ого-го как. Тяжко дается эта игра. Очень тяжко. За 17 минут. Нафидели очень жестко. Ну как нафидели, такие файты получались.
12 тысяч, 15 тысяч. Поставив триплу на топе, ни разу не смогли убить. Ни разу. Просто, ну, блин, я не знаю, нахрена нужна была тогда такая трипла. Но нужно было что-то пытаться делать. Джаггернаут, Шадоу Демон и Вич Доктор. Это очень хорошая трипла. Почему не получалось? Я не знаю. Отпушили бы линию. Попытались прям под тауэром забрать. Не знаю, ну что-то пытались бы сделать. Поставили бы вард здесь, чтобы было видно, куда они там перемещаются, еще что-то типа того. Короче, не мне их учить, но, блин, трипла на топе провалилась точно. Вообще бесполезная была трипла. Делается Владмерс. Точнее, он уже готов, нужно принести. Shadow Blade Ауи. Аегис. Ну вот Аегис уже сейчас выпадет. Тик, тик, тик. Пошел под Shadow Blade. Ага, кстати, курьера мог бы убить, если бы чуть раньше пришел. Это было бы вообще просто эпично. Джаггернаут раскручивается. Уйти получится. Магнус, Шоквейв. И ульта фуры прокатывается, убивают. Ну, пока не особо торопятся на Т3 заходить. Фура телепортится. О, соло. Реверс полярити тупо на одного соло. Ванскор тоже отправляется в таверну. 8.23. Игра уже становится, превращается в какое-то избиение. Ставятся змейки. И нечем дефать. Магнус притащил пандочку. Пандочку порвали. Но тут, конечно, ГГ. Слишком много уже нафидено. Слишком много файтов слито. И такие игры перевернуть, если получится, то цари. Но как-то не очень в это верится. Миказм делает варлок. Пока вот только делает. Две 900. Ауи. Double damage. Даже у Shadow Шамана дагер. Да. Хиксон тут на 3,5 секунды. Короче говоря, сейчас даже Раста примерно так же, как и Варлок, может раздать. Ого-го. Может, медведь там, не знаю, какую-нибудь ультруху замутит. А то и глядишь рампагу, и появятся крутые шмотки. Может, дредыч затащит на медведя. Шмотки-то неплохие, учитывая то, что он стоял-то против двоих, считай. На себе. Это что сейчас было? Кирокоптер вообще псих. Просто ультанул, подошел на ровном месте. Ага. Поймали перфекта. Не дали ему даже из хекса выйти. Ушел под Shadow Tate. Ну, Дигнитасы, они вот Дигнитас, они более серьезно, видно, относятся к играм, прям гораздо серьезней. Играют они прям на верочку, чтоб не дай бог не слить там, не отдаться где-то. Наша бы команда сейчас имела бы такое преимущество, она бы уже давно тут танцы
устраивало. Бомбило бараки. Но эти... Ты что, тут еще внешний таур есть, тут еще можно как-то даже проиграть, умудриться. Дигнитасы боятся. 20 тысяч преимущества, 25 по экспе. Но они боятся. Их чувство страха одолевает. Жора-поптер. Ну, Жора-поптер. Купил себе Demon Age, не знаю, что там. Может, рапиру купит. Может, сейчас дождется Рошана. Заберет Аегис, купит рапиру. Это, конечно, будет неоправданный на самом деле ход. Рисковать никакого смысла не имеет. При нынешнем-то положении. Но, с другой стороны, а в чем риск-то? Купит рапиру, здесь путем ничего нет. Главное, чтобы варлок не успел там голема зашвырнуть как-то круто с бонсами, и все. Это единственное, чего стоит бояться. А если у него еще аегис будет, то даже и голема бояться не стоит. Разорвет в пух и прах в соло всю команду. Но он, конечно же, рапиру не будет делать, это МКБ. Угу. Дисконнектится соло, это походу надолго. Япон, мать. Заявки в друзья, что ли, здесь показываются? Я думаю, что за херня? Так, ну Рошан все-таки падает. Снизается реверс полярити. Падает один, второй, третий игрок команды RockSkiz. Ванскор давит лыбу. Соло уходит. Угу. Ну, я не знаю, насколько это был хороший мув. Но ребята, судя по всему, повеселились. Как минимум. Магнус с рефрешером забрал Аегис. Гирокоптер. Единственный, кто отъехал в таверну. Довольно, конечно, я не знаю. Тут такое, ну типа... Тут ГГ, стопудово. Дигнитасы эту игру уже не отдадут. Будут играть очень осторожно, не будут торопиться, при всем том, что у них уже можно рейд-кликом побеждать, они все же будут играть осторожно. Но сейчас надо точно идти заканчивать, потому что голем в кулдауне, а без голема бояться вообще нечего. Джиггернаута, да лол, у него ничего нет. Медведя, ну у Дредича там что-то есть, но этого крайне мало, нужно гораздо больше. Чтобы убивать. У Жиропоптера все, что надо есть для этой минуты. Здесь всякие шивы с мекой. Не знаю, чего дигнитасы трусят. Какие-то они просто непонятные ребята. Вот Джиггернаут. Запиливают его просто с руки.
С горем пополам уходит. Вакуум, реверс полярити. Вот чуть-чуть бы, если раньше нажал, второй реверс полярити юзает. Рефрешер. Голема нет, естественно. Вся команда Рокскиз в таверне почти вся. Так. А вот теперь, походу, будет вся. Джиггернаут юзает ультимейт. Почти убил, но не убил. А сам еще тычечку отъезжает. Даблкил от Вайта Секси. Ну и это ГГ. Рокскиз издаются со счетом 2-1. Дигнитас побеждает. Ну, прям какой-то сегодня день. И Ликвиды победили, и Дигнитасы победили. Нашим дотерам сегодня не везет. Американский Dota 2 Day. Вот так вот. Ну что, ребят, на сегодня все. Услышимся уже завтра. В рамках чего? Ну, давайте небольшой, наверное, анонсец. Я не знаю, что там будет завтра. Завтра премьер-лиги вроде нет. Завтра вроде виплей будет, насколько я помню. И может быть что-то еще. Так, в рамках J1 лиги Зенит против DK. Но, блин, это будет через... Ну, короче, я не знаю, ребят. Не знаю, может быть откомментирую, может быть нет. Не буду обещать. Посмотрим. Так, в рамках виплея довольно интересные игры. Маус, Асикап, Empire, AL. Да, я виплей покомментирую точно. Так, ну, короче говоря, завтра игр много. Следите за контактом vk.com/versuta. Там все будет написано, что, как, когда, во сколько и где. Всем удачи, всем пока, не болейте. I'm reaching in my cupboard for a painkiller. I need another painkiller. I'm reaching in my cupboard for a painkiller.